Здравствуйте, 20-я школа. Довольны ли вы качеством современного школьного образования? В принципе, да. А вы? Да. Не совсем. Не очень. Ну, довольны. Ну, я считаю, что не самое лучшее. Ну, я в школе сам продавал наркотики, и поэтому мне не доводилось так сильно учиться. Но я как бы за то, что наша молодежь учится, это хорошо. Довольны ли вы качеством современного школьного образования? Образование. Довольны ли вы качеством? Вот видите, что ради вас люди делают, в переводчик лезут. Цените это. Я не знаю русский язык. Чуть-чуть. Вы же с Китая, да? Да. Довольны ли вы качеством современного школьного образования? Довольна ли я? Довольна. Довольны ли вы качеством современного школьного образования? Ну да. На 80%. Наверное, да. Назовите дату Великой Отечественной войны. 22 июня. Ня или ля? Ля. 41 года. Или 21, или 22 июня 41 года. 1939. 22 июня 41. В сентябре, в начале сентября. 2, может? 22 июня 1941. По 9 мая. Назовите страны, с которыми граничит Республика Беларусь. Польша, Литва, Латвия. Россия, Литва, Латвия, Польша, Украина. Украина, Россия, Казахстан. Польша, Литва. Литва, правильно. Россия. Ну все. Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша. Россия, Украина, Польша. Литва, Латвия, Украина, Польша, Россия. Назовите формулу воды. Формулу воды вы такие вопросы задаете. H2O. 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 Скажите, пожалуйста, сколько будет 2 плюс 2 и умножить на 2? А где скобочки стоят? А без скобочек? Тогда 6. 6. 8. 2 умножить на 2 – 4, плюс 2 – 6. 2 плюс 2 умножить на 2 будет 6. 2 плюс 2 умножить на 2 будет 6. Дважды 2 – 4, и на 2 будет 8. Сколько будет 2 плюс 2 и умножить на 2? 8. 6. Назовите псевдоним Якуба Колоса. Псевдоним? Псевдоним. Псевдоним Якуба Колоса? Не назову. Ой, я забыла. Не смогу ответить на этот вопрос. К сожалению, не помню. Янка Бры... Нет, или как-то там его... Я не помню, вот если честно, наверное. Не помню. А вот этого я не знаю. Псевдоним... Так это и есть его псевдоним? Почему белые медведи не едят пингвинов? Почему? Потому что это, наверное, не рыбы. Потому что медведи любят мед. Потому что они дружат. Потому что они живут на разных полушариях. Продолжите фразу. Не хочу учиться, а хочу... Он не хочет. Не хочу. Ну, я хоть и женщина, но жениться тогда, что ли, надо говорить? Жениться. Ну, в наше время говорили жениться. Не хочу учиться, а хочу... Фраза. Влюбляться хочу, влюбляться. Не знаю. Продолжите фразу. Не хочу учиться, а хочу... Хочу учиться. Не хочу учиться, хочу жениться. Работать, да? Жениться. Жениться. Большую зарплату. С вами была Полина Орех, 20-я школа, 11-й класс, специально для Сергея Игоревича.